Друзья, всем привет! Сегодня 21 апреля. Наконец-таки я привез рассаду фрига. Как она доехала? Ну, короче, абсолютно еще даже не размерзлась. Может быть, с краев где-то. Да нет, она, которая в центре стояла у меня, вообще не размерзлась. Которая еще самая первая, чуть-чуть с краев есть. А вот это вообще не размерзлась. Доехала очень хорошо рассада, в общем. Сейчас у нас температура в районе 0 градусов, поэтому очень хорошо сейчас все расставлю. Крупные заказы распределю. И что надо в холодильник. Так что вообще очень хорошая погода. В этом смысле помогает. Вопрос про... Все говорят, там тяжело в Краснодарский край съездить. Я проехал весь Краснодарский край. Проблем абсолютно нигде никаких нету. На въезде в Краснодарский край, это Цукровая Балка, я взял пропуск синего цвета без проблем. И везде передвигался, в любую станицу. Везде, короче, ездил. Везде, да, останавливают кое-где на въезде. Смотрят пропуск. Ну, иногда даже не смотрят, честно сказать. Куда едешь, да, вот за этим все, как бы проблем нету вообще никаких с передвижением. Так что кому нужна, вот, например, ягода, вот такая вот ягода сейчас в Краснодарском крае, такая вот отличная, это сорт Квики, брал я ее у Михаила Страхишко, такая вот ягода здоровучая. И вот флэр я взял тоже, ящик, два ящика взял ягодки. Ягодка очень классная. Брал у Михаила. Хочу сказать ему огромное спасибо за гостеприимство. Очень хорошо пообщались. Очень открытый человек. Отличный. Также хочу сказать, вчера заезжал к Сергею Зубцову. Хорошо тоже пообщались. Правда, быстро, наскоком, потому что я спешил. Ну ничего, самое главное, увиделись, потому что когда я еще поеду в Краснодарский край, неизвестно, в следующий раз. Ну, в общем, вот так вот. Съездил я, все отлично. Так что можете ехать за ягодой. Ягода уже начала зреть. Отличная ягода. И вообще, краснодарцам всем спасибо. Очень гостеприимные люди. Мне очень понравилось. Все сделал быстро. Всем, чем могли, помогли. Так что так. Все, всем пока.